Итак, продолжается Call of Duty 2. Также у нас внезапно британская компания, но уже в Европе. И, в общем, мы спасли в прошлой серии раненых. Это написано тут. Герик Кростат. Антовель, Трансцендент Сумс, так что я буду дать. Нашли Аркану. И дали другой раз. Осторожно, парни! Тут пулемет! Я с тобой! Пулемет! 42-й! Я буду! Но ты там... Сам ты меня кищус. Понял, да? А я тебя найду, получу. Опа, опа, валим, валим, валим. А, хорошо. Это тигр! Смотрите! Тигр, смысл, какой тигр, да? Блин, ну зачесался, погодите. Да. Ой, нашел. О, пацаны, смотрите, как у меня фигня есть. Ух-ху. Блин, не пробил. А, хорошо. Сам ты такой, понял, да, бас? Опа! Thank you.
У меня гранат закончен. Опа. А где все? Все сдохли, что ли? Так, надо взять другое оружие, а то это уже кончается. Это дело. Пойдемте, капитан. Ладно, пойду один. Нам нужен вот тот перекресток. Понял. Укрытие! Противник со стороны перекрестка! Всё. Никакой... Откуда он только взял всё-то? Как бы нам самим не пасть. Пойдемте, ну я думаю, что там кто-то есть, типа такого, да, и вот тут может быть все что угодно. Да откуда вы только беретесь, а? В доме все чисто! Хорошо, теперь проверьте сарай! Сержант Дэвис,
Найди в сарае вражеский радиопередатчик и уничтожь его! Пиши сюда, сюда! Так, надо как-то найти вход в сарае. Я уже за пулеметом. Граната, берегись! Так точно, берегись. Это долго дело. Да блин, на. Нам не дают высунуться. Идиот, куда ты вышел-то? Так, осталось одна атака. Ай, блин, он тут Thank you.
Авиация помогла. Это так, конечно, вовремя, спасибо. Я на небе должен... Хорошо, выступим, так выступим.